Да не снимай впустую, это надо с людьми снимать. Так не, не очень интересно это. Понятно, эта перспектива, она хорошая. Всегда неразделим. Да, как красиво. Как тут красиво. Потому что путь указал к Волошину, если они знают, как они туда, они будут постоянно. Да вы никогда не были здесь, что ли? Столько лет ездили-то? Да. Ничего себе, а как же так-то? Вот так. Вот да, если. Да нет, ну я каждый год обязательно сюда один раз схожу. Обязательно надо один раз сходить. Это традиция у нас. Вот он. Где? Отойди. Советую, ребята, будьте осторожны, потому что они, ну, мотор, не знаю, но у него все-таки постоянная тяга. А эти попадают, он же очень узкий крыло, они попадают в какие-то встречные подпуски, вдруг одно крыло раз заворачивается. Ой, все. И шлепается. Вот девушка ходила там на костыле, сломала. Я не могу, посмотри. Не держать, да? Доцент, доцент, поверни свой шлем. Нет, надо не обязательно держать. Медленно надо переводить очень медленно, да. Очень медленно, медленнее, медленнее, плавно и медленно. Потому что это потом не будет. Там стрелка мигает.
Делайте умные лица, пожалуйста. А там рейд продолжается, что делать? Ну еще раз на кнопку нажми. Вашим признанием. Но бабочки лишь на свободе летают. И все же я вам не скажу до свидания. Давайте мы будем друзьями. И вместе в садах над цветами кружить. Давайте в нашей поляне кружить. И за руки взявшись взлетают. Кружат над садами в цветах. В полете на миг замирают. И шепчет восторженно. Секрету. Бывал и все, что видел, честно, сегодня для вас рассказал. Прям браво! Прям сказка! А я им понравился, сейчас буду... Так это сказка, сказка для детей написана. Вот представляете, какой красоты бабушка. Вы не поверите, я вот все залетела теперь в сады там. Как они плавно взлетает, а когда надо огибать гонку.
следующий несколько взмах и снова. Ах, и вот, вот такой зубчатый венок, чтобы она каждый забес огибала, падая, падая. Вот это ощущение какое-то восторга вместе с ним. Господи, я просто влюбился. Ты куда ты, красавец? Буквально начал, никого не было. Подожди, да. Я тебе еще посмотрю, красавица. Она летит, да подожди, просто умоляю. Она же делала крупно цветами. Они, видимо, тоже чувствуют. Села передо мной. Целое признание любви, как, наверное, тут эльф. Ты что, ты красивая? Да я тебе полюбуюсь. Она как красивая кетлевая барышня. Так, крылышки покрутила. Дайте рассматриваю, ну, кажись. Вот буквально так покрутилась. Так вот, как кетлевая. Снова залетела. Подожди, не летай, еще раз. Сделала второй круг. Опять сел. Вот так если побеседовал. Так, ну, лети, красавица, тебе там взлетела. Летела, так, я смотрю. Целый год хранил. Thank you.
Да.